Всем привет! У нас сегодня вкус детства. Это жареный хлеб на углях. Итак, поехали. Для начала добудем огонь. До этого блюда нам понадобится непосредственно грудинка, хлеб, пару долек чеснока и соль. Начнем с грудинки. Отрезаем тоненькие пластиночки. Вот такого плана. Ну, может, чуть потолще. Посмотрим, как пойдет дело. Они будут заворачиваться красиво. Такого количества грудинки, я думаю, нам хватит. Я брал чуть-чуть подмерзшую, чтобы резалось легче. Затем нарезаем чесночок. Дальше занимаемся хлебушком. Отрежем 3, наверное, кусочка вначале, а там как пойдет дело. Разрезаем каждый кусочек на 4 и заворачиваем сало с чесноком. Вот такие кусочки у нас выходят. Грудинки нарезали больше, чем хлеба. Берем еще один кусочек и завернем оставшиеся. Перекладываем все на решетку и идем жарить. Пока мы все нарезали и крутили, у нас уже прогорел костер. И будем жарить. Огонь нам сильный не надо. Так что приступаем. Прошло буквально 5 минут. Наш хлебушек готов. Осталось только посолить. И дегустируем. Воистину, вкус детства. Хрустящий на дымку хлеб очень вкусно. Не рекомендуется тем, кто на диете. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.